Всем привет, меня зовут Алексей Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Германию Sid Meier's Civilization 6, сетевые битвы на восьмерых. ФФАшечка на восьмерых, как мы это нежно называем. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку. Ну а если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну и всем вам приятного продолжения просмотра. Вольнодумство. Ну, наверное, вольнодумство уже надо брать. Монументальность мне пофигу. Давайте вольнодумство. Немножко поимеем науки тут. Так, нет, давайте я куплю у нее галеру, чтобы побыстрее. Вроде не против был. Конечно. Вот, Алексей, видишь, никто не требовал мзду за помощь. Грей, слушай, а может ты у этого морского призрака галеру купишь? Там 76 монет всего. А что мне с этими галерами? У меня их целый. Я готов купить у этого призрака галеру, если ты мне эти деньги вернешь. Или хотя бы половину. Блин, это вообще нам всем выгодно. Это появится город-государ. Мне-то что? Ну не покупай, подождем подольше. Так. Слушайте, ну я ж 3 рудника построил, построил. Блин, надо карточку все-таки поставить на поселов и поселов поделать. Ух, сейчас как все на золотом веке по науке улетят. Наверное. Буквально два. Нет. Здесь и здесь, видимо. Я не вижу. Шесть. Ну, здесь, потому что просто отсюда ближе всего идти будет. О, отлично, смогу сейчас распространять. Ну и не сейчас, у меня нету столько веры. Так, давайте, наверное, шахту тогда. Просьба. Что ты хочешь за то, чтобы миссионерам по моим городам пройтись? Ну хз. Ничего у тебя есть? Смотри, я тебе... Блин. Есть? Да. Табак. Но эту клетку он выкупил, да. Кстати, это в третьем радиусе. Ладно, не хочу. Ульм должен сам ее присоединить, я думаю. Да. Когда-нибудь. Денег не бывает мало. Два хода, это все, видите, это все второй радиус у меня. Я не знаю. Но... Должно само присоединять. Я не знаю. Так, что там? Что там у кого там? Так, а кто спросил? Хм, интересно, что у нас. А что с религиями? Кто у нас там лидирует? Мали. Да кто у нас с крестовым походом, то и осудить, конечно. А, кто с крестовым, точно. А крестовый осуждать-то вообще с какой-то. А, я не могу, я его не нашел, черт. Я, кстати, тоже. Тогда предлагаю. Я предлагаю, но у нас религия, которую Мали, у него 120 науки и 160 религии входа. Да, я бы осуждал, наверное, Мали все-таки. Ислам, да? Вы дали ему развиться там, да? Какая там религия у него? Ислам. Ислам. Так, кстати, мы не встретив осуждение. И давайте снижено за производство. Давайте. Но тут надо, ребят, тут надо влиться. Я уверен, что люди, у которых вера, они сейчас вольются, чтобы у них было снижено за веру. Мали, нет смысла, да, например, скидку за веру подвигать. Понимаешь, какая разница? Зачем стараться? Чё, зачем стараться, не понял. Если будет на 50% снижена за промку, то вера тоже будет на 50% дешевле. Не будет. Будет. Нет, не будет. В смысле, всегда же было, нет? Никогда не было. Никогда не было. Не, стоп, на самом деле был какой-то небольшой период, они там в патче попрыгают и работают. Ну, в самом начале
к этому. То есть вера не влияет. То есть теперь вера и золото все сами по себе, да? Да. Это давно уже очень. Ну, вливайтесь тогда, попробуйте перебить. Ну, просто это важно, если человек там вливается в веру, чтобы снизить, то, очевидно, он хочет за веру покупать юниты, чтобы на кого-нибудь напасть. И это вот сейчас шанс этого избежать просто. Мы же не повышаем никому стоимость, мы снижаем свою стоимость. Ну, да, смотри, ну отлично. Никто не вливался, к сожалению. Так, наверное, даже он Мали не может меня убить. Поэтому да, давайте. Мали, тебе твои подданные, как относятся к тому, что ты выбрал осуждать свою же религию? В любой момент может превратиться, отлично. Японец тут стоит, чтобы типа караваны не грабили. Так, как у нас на золото сегодня? Фукуока 12. Что, меня только до Фукуоки, что ли, добивает? Ну, давайте в Фукуоку отправлю. Так, монархию открыл, не буду менять. Чудо нашел. А, у тебя тут такой свой отдельный японский полуостров получается, да? Ну да, я тут как бы сам с собой играю. Моя игра. Малик, что-то науки, конечно, очень много. Тупо возьму дом, вспомнил, что там столько коммерций. Да, ну, у него сугубо. Цифры там у людей, я тут вообще как бы это так. А тебе это, Мали, там слева нет вообще куда расселяться? Слева тоже заперто. Так, давайте слева потихоньку это... каждую вот эту технику пооткрываем. Больше хордов не будет. Да, это все, это предел. Один с одной стороны. А, здесь я открыл. Так, что мне важнее, средневековые ярмарки или гильдии? Давайте, наверное, гильдии пока. Аж войной запахло. Не, ну, 150 науки Мали, ребят. Я не знаю, я второе место вижу, он практически в 3 раза отстает. То есть я, правда, 3 еще не встретил. Да, да, он второе место по всем, так что. Блин, а со скифами что опять? 27-28, это что так грустно? 2 кампуса только стоит пока. Ну, смотри, у меня 60 науки вообще без кампусов. У меня просто нету кампусов. А ты что взял, какую у тебя есть? Золотой век. Ну, вольнодумство, конечно. Ну, вольнодумство, конечно, но... Скифа у тебя монументальность, да? Я думаю, что у меня без вольнодумства все равно было бы больше, чем у скифа. У тебя всякие там стоят. Меня такие соседи устраивают. Мали, за союз и за 100 монет. Ты готов? Что? Ты кто так сладенько у тебя там зевает? А вот, есть. Кошка? Союз, 100 монет и наличие научной ГГшки. И когда ты распространишь? Я уже все построил, я могу уже идти. А, ну вперед тогда. Просто пройдись, давай, по разу тыкни. Почему у меня еще так дофига армии? Ну, у японца и скифа, конечно, больше. Так, я надеюсь, что сейчас появится ГГшка, наконец. Хотел бы твою религию. В следующей эпохе приду. В следующей эпохе? Еще одна. Ну, пускай тут тоже появляется ГГшка, я буду доволен. Ну, у меня пока вся вера будет уходить, скорее всего, на рабочих. Ну, я тебе денег заплачу. Или ресурсы дам бесплатно. Блин, ну я не знаю, ну вот миссионер стоит 85 монет. Если ты готов, я покупаю миссионера и отправляю к себе, он там 3 раза... Одного миссионера купи, да, мне хватит. Ну сейчас. Или подержать пока. У меня нет вообще ни одной промышленной зоны пока, так что ладно. Смысл как бы, да? На следующий ход куплю. Этого я рабочего покупал, чтобы сюда пойти... Может, лесопилку? По-моему, там надо лесопилку. Я еще не открыл ничего, что ускоряет.
Давайте лесопилку по пути. Да. Так что, массовое производство. Да, сейчас. Так, Франкфурт. Смотрим на Ганзы. Плюс 4. Тут плюс 5. Но это с этим камнем, понимаете? Слушайте, а может реально... Мне, ну, то есть я уберу камень, будет, тут тоже будет плюс 4. Все равно. Поэтому давайте, наверное... Нашел? Так, давайте я из Кёльна отправлю тоже караван. Все-таки. Дальше здесь куплю рабочего. Дед, возвращайся. Что надо вот это убрать. Здесь буду убирать. Строим что? То есть я на самом деле могу здесь еще акведук вот сюда. Давайте, наверное, акведук я здесь поставлю. То есть здесь будет Ганза на плюс 6 тогда. Здесь мы оставим, наверное, на кампус, например. А, кстати, подождите, а эта река какая? Эльба. Одер, это разные... Тут надо этот... Дамбу будет ставить. Потому что на Одере я здесь поставлю дамбу, а здесь, получается, на Эльбе. Вот так вот. Так что пока... Давайте, наверное, еще торговца тогда пока построю. В Ульме рынок. Так, здесь где у нас Ганза? Плюс 4. Ну, давайте. Тогда еще строителя пока. Не ставлю метки, потому что лагает у меня очень сильно. Извините, ребят. Будем пытаться все в голове держать. Прошу паузу минуты на 3. Вначале я еще... Ну, короче, я уже отойду. Так, я вернулся, если что. Прекрасно. Лёш, я купил каравеллу, ой, не каравеллу, а галеру, и она теперь около Ахина плавает. Ацтекам мы какой союз? Отлично. Я вообще экономически взял. Меня уже завязали. Ну, тебе, кстати, не надо было уже покупать, там было уже написано, что, типа, в любой момент может. Я хотел купить, думал, там она появится, я пойду плавать исследовать, понимаешь? Просто век новый начался, когда зашли за галеру. Я понял. Леш, пропусти разведчика. Так, давайте мы Мокшу в Трир. Сколько времени прошло, и вы еще не походили? Да я только пришел. Нет, это понятно, там помимо тебя еще куча народу. Так, а кто, Виктора кто тогда... Куча народу, это Грей и Мали. В Гейдельберг пока. Знаю, я вообще никак конец хода не нажимаю заранее, когда нет таймера. Ну, давайте Амани пока в Кёльн. Из военки у ацтека. Кто-то кого-то идет убивать, явно. Да никого никто не убивает. Так, безопасность. Да, Скиф сказал, что он хочет меня стопнуть. О, Мали, Скиф со своими 37 науками? Ой, да не смешно. Ну, будем честны, у меня только пока одна цикашка. И что? Сейчас настроить, будет вам наука, если вы так поставитесь для мою науку. Так. Это Мали так? Мали, ты давно цикашка, ты чё? На самом деле вулкан может убить. Ну посмотрим, ладно. Надо, что Скиф не убить соседа. Отправить двух послов. Наверное, пока тоже никуда. Все еще никуда. Венеция... У него города будут в пустыне. Слушай, а давайте-ка мы Венецию засоюзим. Это правда. Подожди, я же говорил про соседа, а не про Мали. Я сказал про соседа, а не про Мали. Какого соседа? Индуса? Ну, я не знаю, кто у тебя там сосед. Я думал, мне больше всего нравится, что сидит машничелик, у которого 80 военки, и он сидит, чисто часа строит. Ну да, за это нужно наказывать. Ну, если со всеми союзы, то почему? И кто ж будет наказывать, да. А у него там со всеми за 3 союза. Ну, его, несомненно, накажет Мали, когда у них закончится союз, да, потому что, ну, это слишком большой. Да, мы только что заключили. Ну, потом закончится. Чудеса не помогут догнать.
Вот такую. Алексей прям ждет, когда же это произойдет, да? Чтобы да. начать торговать уже напрямую, без посредника, я смотрю. Именно так. И как нехорошо. Так, слушай, венгер, это, конечно, странно, но убери свою галеру чуть ниже. Как это? А, ну ниже, пожалуйста. Да, я тут буду сейчас плыть по силам. А можно как-то забанить ГГшку, она мешает мне посел поставить? О, Сингапур. Сингапур, кстати, норм. О, даже мне дали. Странно. Я думал, я не первый все-таки встретил. Еще галеру можно нанять. Сказать? В средневековье тоже забавно, так техи стоят. А где Грей? Блин, а зачем я стреми открыл? Ладно, слышите, давайте Counterforce открывать. Дамба мне точно нужна. Класс. Я вообще двух игроков на карте нашел. Хм. Поехали в Ганзу. Плюс 7, вау. Я так понимаю, а тут еще будет это будет плюс 9, ни хрена себе. Вот это ганзы, конечно. Причем от них и тех же, мне кажется, да? О, могу миссионера, кстати, купить. Ну я бы... Хотя... Оно тут все само может... Обратите, давайте глянем, сколько я культуры получаю. Ну, две культуры, да. Серьезно, где? А что за рофл, Сулейман? Почему я ходил вокруг твоих городов, разведывал, а у тебя не показывает, что ты меня нашел? А, стоп, все, понял, это, наверное... Мне должно же дружбу показывать со мной, правильно? Просто в отношения захожу и не вижу тебя с собой. Так, у меня карточка сейчас стоит на плюс 100%. Квадрирему я не... Наверное, все-таки морскую надо... Странно. Мне просто еще два хода надо, чтобы карточка постояла. Получается, да, у нас... Короче, мы друг друга только нашли. Мне не надо сейчас средневековые ярмарки открывать. Давайте пока морскую тратить. Квадрирему я тут вряд ли кого-то убью. Уже. Блин, вот этот скот надо обработать, этих лошадей надо обработать. Ну, для Артемиды. Хотя Мавахи не так плюс 4. С другой стороны. Этот скот надо не вырубать. Важно. Давайте еще Вахи не глянем, где у нас кампус может встать. Блин, я же хотел тут... Не туда рабочего. Хотя он сейчас, наверное, встанет. Да, сейчас я пропущу ход во Франк. Тут надо вырубить, чтобы сюда ганзу поставить в Франкфурте. Вот так. Дальше. Я бы еще из Гайдельберга не на деньги. Именно караваны бы отправлял. Ну... Так, тут вырубаем. Так, значит, тут откладываем производство. В Берлине есть гавань, да? Не, маяк уже. Маяк. Брай, ты... Так, тут растем. Далеко от Лёши? Близко, но он близко по морю. От кого я близко? От меня. А. Давайте, наверное... А где у нас этот строителя? Человек-лидер? Мали? Да. Снизу от венгра. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Вырубить и поставить ганзу.
Ну. Так, тут мы откладываем во Франкфурте. Кёльне, маяк. Да. Я вполне могу, например, если этот превратится в ГГшку захватить, но мне кажется, Сингапур хорошие бонусы дает. Это плюс 2 производства за каждый этот... Ваши грабли, плюс 2 производства за каждую иностранную цивилизацию, которую они проложат. То есть плюс 4 производства, например, отправляя к венгру и японцу. Так, откладываем производство, да. Опа. А, у тебя тут Везувий. Это Везувий в горах стоит. Ну да, вообще. В этот раз с Пайтити не повезло. А у кого да, Пайтити? Нету. Ни у кого, наверное. Ну, у кого-то должен быть. Не-не, мы ж 10 ставили тут чудес, а должно быть, получается, 5 или 4? 4 или 5 должно быть? 4. Эй, я надеюсь, ты не собираешься Венецию захватывать? Я против. Я, наверное, собираюсь, да. Не-не-не. Стоп. Ну а куда мне дальше? Мне на блочит выход. Все против захвата Венеции, не надо. Из моей гавани. Оттянем. Мумбай не надо. Дальше иди. Так они идут. Да, я думал, ты Мумбаю. Ну, просто предупредим. Мы так уже там. Так, все есть. Кого мы дальше? Наверное, давайте Лян на аквакультуру тогда. Ну и что? Я бы здесь геликарнасик бы поставил на самом деле. Еще. Вообще не помешает. О, еще ГГшка будет. Кайф. Ну, о, сам люди. Встретил. Караваном нашел скифа. Ну я вот сюда, где лучник стоит. Я понимаю, что здесь нету пресной воды, но я тут смогу акведук к горе поставить. И в принципе жить можно будет. Так, что у нас тут с кампусом? Плюс 2. Ну то есть на плюс 3 тут будут кампусы, нормально. Но я пока в Франкфурт верну эту, что-то вырубать надо будет. Так, индус. Ага. Я сюда поставлю дамбу. Да, сейчас. Сейчас. Ну, или дай выкуплю клетку, поставлю. Ганза на плюс 4, ну и соответственно здесь, ну вот еще плюс 4, кстати. Идеальный сосед. А акведук у нас... Не, я бы сюда ставил плюс 4, сюда акведук. Что-нибудь меняем? По-моему, я уже... Ну, там одна гавань. И там еще... Ладно, эту мы пока не меняем. Вот поселенцев можно поменять. Какую мы тут карточку хотим? Плюс 100 соседство центра коммерции, несомненно. Сто семьдесят две науки, вау. Ну это, конечно, от сугуб, а не от кампусов, то есть как закончится, но тем не менее...
10 науки сугубо. Просто 10 науки, вау. Хотел сказать, что ход что-то не начинается. А, подожди. Тут еще какой-то район надо будет ставить потом. Наверное, тогда театралку здесь во фронт. Или священное. Ну, священное место у меня к соседству тун. То есть мне туда ее надо куда-то ставить. Он на плюс 6 есть. Это, наверное, мастерские все-таки. Хотя я могу уже дамбу попытать. Ну, сначала мастерскую, чтобы производство появилось. А тут вахини давайте... Вау, я ошибся с дамбой в ахине. Фак. Блин, я реально ошибся. Я тут не могу поставить дамбу. И здесь я могу, тут одна клетка. Черт, я что-то был уверен, что здесь дамба ставится. Черт. То есть меня тут затапливать будет периодически. Мне просто на Одере негде поставить дамбу. Просто негде. Теперь. Я ошибся с ромашкой. Вот это прикол. Ну, то есть там акведук надо будет делать. То есть там будет соседство для Ганзы. Но проблема в том, что там могут затапливать теперь это все. Я даже просто постою. Подождем, когда можно будет через океан плавать. Ганза мастерская. А что у нас тут с кампусом? Ну, плюс 3, видимо. Да, ошибочка. Ошибочка. Это неприятненькая ошибочка. Да, сугубо на 10 науки это, конечно. Почему на 10? Ну, потому что на 10. Там есть и больше, да? Есть на 14. Ну, извините, я то, что вижу, говорю. Ну, должны быть вообще у Мали, да, там как бы это нормальная ситуация. То есть с пустыней завезло, очевидно, да? А при чем здесь пустыня? А разве ты... Нет, сугубо чисто от соседства. Там соседство, священки. Ну, а священки он, наверное, взял на пустыню, нет? Да, священные места плюс вера. Еще и трудовая дисциплина. То есть, в принципе, у него и с производством не должно быть проблем. Ну, это Мали. Нет. Вот на месте венгра надо было, конечно, Мали. Немножко, может быть. Да, венгр, давай. Потыкать. Ну, раньше. Тут, то есть, ГГшка рядом есть, как бы, берешь, бежишь. Да я эту ГГшку увидел очень. А пойдемте-ка мы хлопок сразу обрабатывать. Себя вел. Зачем мне было самому нападать? Навлекать на себя гнев мирового сообщества. Я думаю, мировое сообщество как раз бы одобрило. Ну, тогда-то оно не было таким лояльным. О, плюс 4, а почему тут плюс 4?
что-то удивлен. Ну, давайте плюс 4. А Галикарнас тут ставится сюда. Ну, давайте Ганзу тогда тут на плюс 4. Так, в Трире приехал на рост. И в Кёльн на рост. Храм. Давайте храм пока. Так. И всеми походил. Так, у меня куча денег. Что я хочу... Так, во-первых, проверить торговлю с кем-нибудь. У меня, по-моему, тут должно быть серебро лишнее, да. Только почему-то янтарь можно на серебро. Так, ну с малиной, наверное, точно не надо торговать. Что-то какая-то у вас смертельная тишина. Напряженная. Мир застыл в напряжении. Венгер, предложение. А тебя что, уже вынесли в той игре? Нет, у нас все начали, все начали вылетать, вообще все. И как вам спаун между тундрой и пустыней с одним люксом? На 10. Обычное место как для меня вообще. Спаун с одним люксом для ацтека, а? Что ты мне расскажешь? О, я на Португаре был. Полное. Будем лучше друг друга слушать и, не знаю, это типа бесплатно. Так, Амани... Да. Отправил в Венецию, вернем обратно в Кёльн. Нет, когда ты покупаешь... Так, теперь в городах мастерская, храм. Ну ладно, это пускай все, что тут. Вот амбар вот здесь не нужен, правда. Ну и плюс ты сам можешь стримить с амбар. Так, Ганза на плюс 3. Давайте лучше Ганзу. Да, да, да. Ну, кстати, так, за Ир, 7 100, посила, куда он тут? HD 60 FPS всем на сервере. Блин. Ну, я бы здесь держал. Эти варвары еще будут тут появляться. Алексей, ладно, ты еще не загрузился. Я уже загрузился, я хожу. Ну, да, либерализм. Ну, я пока в союзе с Японией. Так вы посмотрите на цифры людей вообще. Какая Япония? Мне... Нет, так а при чем? Мне нужна Венеция. Ну, а мне Венеция нужна. Ты можешь, во-первых, ниже Осаки поставить. Можешь тут же Окленд захватить. Ну, тебе же Окленд нужен? Осаки уже сейчас поставлю. Говорю. Ну, поставишь. Понятно, Окленд тебе нужен. Ну, так и мне Венеция нужна. Поставь. Ну, я в любом случае ее захвачу. Ты ее не защитишь. Просто зачем из-за этого как бы это... разрывать союзы, какая караван такие ходят. Ну, потому что мне нужна... Ну, слушай... Ну, ты ее не защитишь, у меня самураи как бы... Ну, значит, будем нападать в Венецию, освобождать. И морские что? Юниты. А морские да, я в это время моли 170 науки, а вы будете... Да, я о том и говорю, что... Как ну, ну так а почему не договориться, я не понимаю? Вот тебе надо Венеция. Я тебе говорю, ты можешь Окленд захватить и дальше развиваться? Как мне моли догонять? Вот, мне нужны города. Я и ниже Окленда поставлю. Мне нужно больше городов. Ну вот там дальше селись, там под блин, Самаркандом. Я забыл, что да, в море. Под Самаркандом. А, поселенцы мне не надо. Справи, соседство Самарканда, кампус не надо. Места, центр коммерции там, стоит, селись, правильно? Там. Священное ну, место, да, наверное, да, не надо. Там и под Самаркандом. Ну что, либерализм поставить? Хотя у меня там вроде нормальное счастье. Ну хорошо, ладно. Тогда, значит, просто справа от Самарканда. Селись, пожалуйста, поставь там это. Там есть в одну клетку проход. Я первый встретил Вильнюс, кайф. Так, а чем Венеция это вам чем? Зачем она вам нужна вообще? Она денег мне много дает. Приносит, да. Много это сколько? То есть так, она кажется... не точно дает намного меньше, чем даже один. Ну ладно, два твоих каравана ко мне точно дают намного больше, чем Венеция. Вот, в этом я уверен.
У меня Венеция — это гарантия, что ты на меня не нападешь. Понимаешь? Так я не буду на вас нападать, как бы. Мне вот просто... для меня это гарантия. Ну, какая это гарантия, может быть? Как? Мне зачем на тебя нападать, когда у человека стоит? Надо кудырем вообще. И что я украл? Просто себе мужскую традицию. Я не буду кудырем и ничего. На одного жителя. Нет, ну ты дальше можешь пойти. Так, ну все, я заканчиваю ход. Нет. Потому что ты, как ты видишь, я сюда тоже уже войска подвел и тоже собираюсь его дефать. Я готов хоть с вами двумя воевать, я уверен, что я справлюсь на этом этапе. Просто зачем? Ну вот именно зачем? То есть с твоей стороны, Леш, вообще там как бы... Я союзник Венеции, я как раз больше, ну, больше всего профита получаю. Ты еще и мой союзник как бы при этом. Ну я и союзник Венгра еще тоже при этом. Вот, у меня есть выбор, например. У тебя есть выбор, с кем еще союзником быть? Тройственный союз, как бы, шикарно. Ну так тебе предлагают компромисс. Ты же не идешь на компромисс. Ты говоришь, нет, все, я Венецию забираю, все. Обратный ультимат. А вы говорите, что нет, ты не должен его забирать. А что еще вы можете? Окленд ты можешь забирать. Вот компромисс. Компромисс. Это как бы ультиматум какой-то. Почему это ультиматум? Ну, зачем у тебя есть делать? Выбор между двумя этими ГГшками. Тебе Венеция не единственный шанс просто. Это не единственный город, который ты можешь забирать. Ну, очевидно, я не буду Окленд забирать. Я думаю, даже ну, нет смысла обсуждать данный вопрос. Я таким же макаром могу типа сделать армию и пойти Окленд забрать. Понимаешь? Или Венгер может... Даже Венгер может скорее Окленд забрать. То есть затем, ну, как это бы... Это просто блин. Неравнозначно. Окленд мне дает огромные бонусы, а что дает... Ну, даже если она тебе 50 голды дает, это 2 каравана. А 3 каравана — это уже больше. Ну и далее там по нарастающей. Ну, то есть ты будешь решать за меня, какие мне бонусы нормально, а какие ненормально. Я таким же образом могу посылать караваны к Венгру. Давай посмотрим. Разница можешь, в деньгах. Разница в деньгах. Сейчас посмотрю, я посмотрю. Так, значит, к тебе 14 монет. Бегает, если, ну, это может бегать, да, 14,5. К Венгру 9 есть, но это значит не экономически. То есть, если я отправлю к нему экономически, даже 10, да, вон, в Эстергом, например. 14,5 это какой город? В столицу? 14,5? Сейчас скажу. Подожди, что у тебя столица? Киото? Да. Киото мне почему-то вообще не показывает. Ну, разведай клетки. Нет, я вижу Киото, я его вижу, нет, не знаю, почему-то караваны туда. Все клетки между... Ну, чтобы не Фукуоку у меня бегает, вот 14,5 и 15. Фукуока — это не город вообще. Я понимаю, что может быть больше, но это не настолько больше, что прямо... Почему? Мои караваны к тебе дают 22 монеты сейчас, на этом этапе, когда районов еще мало. То есть они будут 40 плюс давать. И твои ко мне тоже. Ну, вот, у меня прямо сейчас свободный караван в Ахине, например. У меня реально к тебе из Ахина я вообще не могу ни один караван отправить. Я могу как раз к Венгру, да, только отправлять. Да, есть такая проблема. У тебя просто нет торгового поста нигде. В Берлине, скорее всего, нету его, поэтому нельзя. Но когда они появятся, все будет. Давайте попробуем из Берлина тогда отправить, кстати. Пожалуйста. Так это когда появится? Может, ты тогда Венецию попозже захватишь, когда они появятся? Ну, то есть мне сейчас вообще пофигу с тобой. То есть я сейчас вообще не имею никаких бонусов при торговле с тобой. А ведь Венеции я имею как раз. Ну почему? Открой город. Он сейчас потеряет Венецию. Слышишь, Грей, он потеряет Венецию, получит караваны уже не по 10-14, а по 7-8. То есть в каких компромиссах ты говоришь? Ты говоришь, я захватываю Венецию, я оставляю себе Окленд, у меня все бонусы, а вы же будете иметь там потом что-то. Ну, ты, да, я с Венгром ничего ему не предлагал. Просто мне-то тоже компромисса нет. Ну, захватить Окленд вместо Венеции – это не компромисс. Это обратное действие такое же, как делаю я, да? То есть то же самое в качестве дипломатии. Плюс у нас есть человек, у которого 200 науки уже, пока мы все это обсуждали. Мне кажется, просто оно... Ну, а что ты с ним стоит. Сейчас сделаешь? Ну, с ним ты ничего не сделаешь, но вот, между собой не стоит. Поэтому я тебе предлагаю не воевать за Венецию, а иди селись вдоль и подплывай поближе к нему. Ну, если ты со мной будешь воевать за Венецию, то, мне кажется, ну, у тебя не будет потом никаких шансов вообще от него отбиться. Если он захочет тебя убить, он тебя убьет. И сейчас еще на войне со мной потратить. Я надеюсь, что у меня хорошие союзы, соседи помогут. Кроме того, Грей, ты можешь... У тебя еще ниже остров целый есть, считай, континент, где ты можешь селиться.
Ну, ниже я ничего не видел, если честно. Ниже где? Где Самарканд, что ли? Нет, слева от Самарканда там место еще как минимум на три города. Нет, и там еще две ГГшки, между прочим. Насчет слева ничего не скажу. Ну, так, у тебя ладно, есть место. Надо отойти, а то пожар на плите случится. Не знаю, торговца. Давайте кампус. Ну, я вырублю, кстати, для Франкфурта. О, здорово, дед. Да, вырублю на Франкфурт. Так, здесь ставим сразу дамбу. И в Вахине ставим кампус. Табак и слоны есть? Ни, ни табака, ни слонов нету вроде. Ну, давай тогда. Принимай. Так, что мы тут набили? Флотоводца. Венгры, иди к столице и в Агру. Ты видишь эти города? Сейчас. Я ну, сейчас там, да. Иду к Магу. Не, ну просто я не понимаю, ну вот. Ну, просто хочет забрать Венецию. То есть у него есть вообще варианты, ну, это же не какое-то. Прям. Мне было бы не жалко, если бы любой другой, сейчас, любая другая ГГшка была бы. Вниз по дороге пойти. Да, вот платно обрати и дальше вниз. Там будет Ашер. Так, тут кампус, пожалуй, до этого, до Ганзы. Еще вообще непонятно, где Ганза, а вот кампус очень даже понятно на плюс 4. Так, здесь дайте, что я мастерскую куплю и начну сразу эту... Галикарнасик. Да, бля, да как это так уже построили? Почему постоянно кто-то строит мои чудеса? Да, Мали тем временем армию начал строить, слушая нас. Ну, да, куплю Мали. Здесь... Запугали его. Строителя. Ну, а что, сидите, обсуждаете. Давайте и стол давайте обнимем, караван давайте вот тут купим. По-моему, в последних наших диалогах вообще это не упоминалось. Упоминалось, что да. Нам между собой воевать не надо. Шел немножко другой диалог. Ну вот. Блин, я так и не решил, что я тут хочу построить тогда. Ну все, у нас теперь второго левела. Вообще, венгр, на удивление, за Венгрию у тебя слишком мало союзных ГГшек почему-то. Так, а у меня только черная армия идет, имеет бонус от этих, правильно же? От ГГшки, и все. Ну, ты сам по себе имеешь бонус. Амани. Кукловод, Амани, сажаешь, убираешь, сажаешь, убираешь. Нет, я говорю, что... А, ты имеешь в виду, так можно фармить эти... Послов за деньги, правда. Вон где индустриализация. Да, но это работает только для этих, для черной армии. То есть, когда черная армия устаревает, это же уже не актуально. Или нет? При чем тут черная армия, не пойму. Ну, а зачем еще венгру фармить эти... Послов, чтобы быть сюзереном ГГшки. ГГшек навсегда. Крутых ГГшек. А, в этом смысле. Увы, я этого не умею делать. Плюс там же есть это, который за мобилизованных юнитов дает. Мощь. Мобилизованные юниты больше... Так, город... Город. Я бы тут прям сразу с акведука начал, только надо понять, где Ганза.
Плюс 4, но, к сожалению... К сожалению, там никак акведук не всунуть, поэтому, наверное, все-таки сюда. И тут у нас плюс 4 где-то либо здесь ставится. Так, тут у меня, по-моему, шел рабочий на... Фукуока. Так, надо, наверное, из Регенсбурга отправить на производство будет. И здесь. Так, давайте я в Регенсбурге рабочего куплю, потому что гипс тоже надо обработать. Вообще, я тут покупал аквакультуру делать. Пошли-ка аквакультуру поделаем. Вообще, давайте в Берлине еще рабочих. А, я еще одного могу... Так, давайте из Магдебурга тогда купим торговца. Блин, что нам здесь... Ну, кампус надо, только вот тут не вырублено нифига. Так я, наверное, этого рабочего... Нет, тут один заряд был. Тут надо что-то вырубить. Надо купить рабочего, причем, наверное, в Трире отсюда ближе. Хотя тут одинаково будет. Что так он пойдет, что так пойдет. Ладно. Япония, убери, пожалуйста, своего разведчика рядом с Будой. Пойдем тут руинки соберем. Так, а Вильнюс у нас за уровень союза будет давать. Но это причем театралка нужна. Короче, нам сюда вот театралка нужна во Франкфурте. Почему-то Франкфурт умирает по еде. Здесь на золото. А, мастерская в Ульме. Так, тут нужно строителя все-таки купить. Денег-то у нас дофига. Построим пока, наверное, амбар. Собственно, здесь тоже. Так, ведук я так и не ускорил. Ладно, пусть живет ваша Венеция. Спасибо. Ура. Ты великий человек. Я чисто ради мира, как бы, во всем мире. Не, ну просто реально есть у тебя другие варианты, это же не какой-то... Ну, я не знал, что... Я вот, ты говоришь, ниже есть остров. Сейчас я сплаваю, посмотри, все есть, то есть. Я-то его не видел. Да, там конкретно континент. Там причем, ну, нормальные места. Инди, строй войска, ты чё сидишь, халявишь? Мне можно. Ты думаешь? Да. Ну смотри, ты поближе к Мали, чем я. Можно производство на гипсе. Но это, очевидно, надо в Регенсбурге ставить. Но там, по-моему, гипс на
Ой, я не помню. Гипс, по-моему, на культуру будет. Кстати, в Регенсбурге можно купить просто амбар, чтобы хоть как-то еще росло. Так, а что это делает? Артемиссия у нас, уровень морскому юниту. Надо... Хотя давайте поплаваем тут, пооткрываем. Может тут что интересно... О! Здорово, плюшка! Привет. Ты где? Нашел меня. Ну, вот этом у тебя скаут стоит почему-то в защите. Вот там нашел. А. Венгер, ты можешь этот лагерь убить? Так, давайте универ строить. Но не хотел, но уже иду убивать. Слушайте, давайте, наверное, акведук я здесь сначала. Я должен был кое-что делать. Сначала акведук, потом универ. Потому что я тогда открою военную инженерию и смогу литье, например, открывать. Это вроде такого. Да, это реально, вот тут японец может все ставить. Даже ни с кем конкурировать не вообще. Тут он сможет тогда поставить рядом с Оклендом, предположим. Нет смысла сюда. А, я уж, по-моему, нет, не могу еще. Подожди, я же вроде каравеллы открыл, нет? Нет. А, это как... А, понял я. Следующим ходом надо будет переключиться на картографию. Так, Ганнибал Барка тут доплавался, наверное, уже. Давайте кого-нибудь его сюда отправим исследовать. У меня вассалы стоят. Не стоят. Вот это вообще можно было бы, наверное, и уже убрать. Наверное, Галикарнас должен был построить... Да, вот он. Естественно, тут, конечно... Ну, у него, конечно, на море. С другой стороны, у него не будет производства вообще без Окленда. То есть Окленд, скажем так, хотя бы возвращает... делает хоть какое-то производство для Японии. И... строительство зданий. Ну, кстати, неплохой сделка. Бонус давайте поставим. Я тоже к сделке ходит. Так, давайте я в Регенсбурге куплю амбар. И не успел. Так, тут кампус надо явно ставить, только без понятия где пока. Во Франкфурте еще священное место надо будет делать. Блин, может, все-таки распространить религию венгра? Венгра, ты когда религию укреплять будешь? Что ты хочешь из укрепления? Я просто не определился еще, что я хочу убрать. Ну, по домику надо что-то решить. Какие там вообще остались? Так, забрали гурдвару. А, и все. Только гурдвару. Может, на счастье домик, который дает? Счастье? Ну, я в Берлине и в Гайдельберге поставлю стены, и, наверное, в Магдебурге тогда еще. Так, а этот... Да, еще плюс к деньгам будет нормально давать. Было плюс 15. Сейчас уже дает. Кета, мы будем очень слышать продлевать? Конечно.
Да нет, стак. Надо... Открыли военную инженерию, ускорили. Надо как-то за два хода еще один универ начать. А, я вообще могу так. Три хода там строится. Тут я строю библиотеку и покупаю универ. Вот. Вот так сделаем. Так, тут я хочу... Тут я хочу сахар точно обрабатывать. Да, дипломатическую службу надо... Меня и меркантилизм выйдем, да. Дипломатическую службу... Бонус центра коммерции мы оставим. Вот, наверное, торговые пути уберем пока. И вот эту фигню надо, наверное, убрать. Я гавань. Дайте вас... А, бонус соседства промышленной зоны. Извините. Извините. И учетные банки. Вот так вот. Скиф, может, со мной союз заключишь? Османец. Прости, отстык, о, да, отстык, я думал, что у нас с Индусом научный союз, я думал, а у нас экономический оказался. Да, ну, короче, Грей, 100% тут два шикарных города точно, ну, хороших, шикарных, это, наверное, я так сказал. Ну, хороших точно ставится. Например, у тебя хлопок или сахар есть? Хлопок есть, Грейки. Сахар нет. Вот сахар там будет, ну и хлопок еще есть. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Кстати, большое спасибо им за поддержку. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине и живе Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.